намного позже, чем сам человек. Давид Доматов. И мы можем сказать поэтому, взлетая к небесам, неторопливо, и осушив последнюю слезу, душа еще 3 дня следит ревниво, насколько мы печалимся внизу. А мы действительно печалимся, и есть от чего. Здесь очень много было сказано хороших, справедливых слов про Марка Моисеевича. Это про таких людей говорят. Одной звездой на небе больше стало, одной душой беднее стал рассвет. Какое сердце биться перестало, какого человека с нами нет. Я впервые встретил Марка Моисеевича в 1960 году. Я еще не был женат на его племяннице. Эта встреча произошла на территории кабельного завода. Вот здесь несколько человек говорило об этих годах. Это были 60-е годы. И я спросил одного знакомого своего человека, а кто такой вот этот вот интересный, красивый человек? И мне сказали, что это замдиректора кабельного завода Марк Балхиев. До этого я о фамилии Балхиев знал только со слов своей матери. Потому что мы жили недалеко, мы жили на площади Пушкина, а одной остановкой выше нас жили дети Имонели Бархы. Это Блор и Белла. Они были подругами моей мамы. Вот так я узнал о Марке Балхиеве.